Всего с начала 2022 года на территории региона зафиксировано 323 техногенных пожара. Сотрудники органов дознания фиксируют снижение числа возгораний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. Вместе с тем, самыми распространенными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем – это 27% от общего числа пожаров, неисправность работы электрооборудования – 24%, неисправность печей – еще 18%. Сотрудники МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления, профильными департаментами, правоохранительными органами и добровольцами каждый день проводят мероприятия, направленные на предупреждение таких происшествий. Проводится для многодетных, малоимущих семей помощь в замене электрической проводки и печного оборудования по его ремонтному состоянию, проведение ремонтных работ. Тем самым при необходимости малоимущие семьи могут обратиться в органы социальной защиты, в органы местного самоуправления по замене ветхой электрической проводки и печного оборудования. Кроме того, проводится широкая работа среди детей и их родителей. Сотрудники МЧС правила безопасности рассказывают в образовательных учреждениях школьникам и студентам, а с родителями взаимодействие организовано в рамках родительских собраний. Также ежедневно проводятся профилактические подворовые обходы и сборы с жильцами частного сектора.